Уже 12-й год подряд, 8 июля, Россия отмечает День семьи, любви и верности. Дата не случайна. В православном календаре это день памяти святых Петра и Февронии. Они покровители супругов, семьи. В округе чествовали юбиляров супружеской жизни и тех, кто только начинает свой совместный путь. К поздравлениям и торжествам присоединилась наша съемочная группа. Курсант Житомирского училища идет в парке там со сменой в руках. Это был величайший аппарат. Стоит девочка, ее там кто-то фотографирует. Ну, я смену на нее, она отвернулась. Ну, думаю, никуда не денешься, подождем. В тот день ему все-таки удалось сфотографировать прекрасную незнакомку. Первую встречу со своей супругой Николай Поменчук помнит в мельчайших деталях. Ведь это знакомство оказалось судьбоносным. Уже 64 года они идут по жизни рука об руку. У каждого свое. С моей стороны, кажется, надо больше молчать, сдержанным быть. Главное – верить друг другу. Доверие и все. Я ревности не признавала. В День семьи, любви и верности во дворе дома супругов-долгожителей устроили праздник. Виновников торжества поздравили творческие коллективы и руководство округа. Я искренне хотел бы сказать слова и благодарности, пожелать долголетия и супружеского, и человеческого, и счастья. Владимир Ужицкий вручил семейной паре медаль за любовь и верность. К поздравлениям присоединились сотрудники соцзащиты и депутат Мамед Азизов. С праздником вас! Днем! Семьи, любви и верности! В День семьи, любви и верности чествовали тех, кто сделал первый шаг к совместной жизни, связал себя узами брака. Виктор и Надежда вместе уже 5 лет. Всегда мечтали сыграть свадьбу в особенный день. 8 июля, по их мнению, и есть та самая счастливая дата. Потому что такой замечательный праздник. Ну вот мы постарались, чтобы это произошло именно в этот день. Достаточно долго вместе. Мы любим друг друга, понимаем и... Это очередной этап нашей совместной семейной жизни. Новоиспеченных супругов поздравил первый заместитель главы администрации Ирина Назарева. От имени главы городского округа она вручила молодоженам цветы и подарки. Всего в Люберецком ЗАГСе свои отношения в этот день узаконили более 20 пар. И пусть будет жизнь ваша. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.